молчали, сверчок не пилит на стене, и мы с котомкой за плечами пошли в трактир, где песен нет нам больше, не бродить по полю в ботинках мокрых на заре. Давно ли мы плакали от боли, обжегшись свечкой в январе? Плетя из звуков волшебство к себе, устал меня до крови, дождя и ветра никого. Другой ходил с больной скрипкой по пыльным пролежням дорог, и через силу пел с улыбкой, беля смычком, как только мог. Поскорей, чтоб звуки душу не травили, и не впускай сюда гостей, пусть тащатся хромые годы. Упустишь прибыль, не грусти, я оплачу тебе расходы, я не из тех, кто верит в пути. Нос закрыт, трактир, не бойся, мне тебя не надо. Я знаю, как устроен мир. Моя рука сжимает лютню, но пальцы словно в охмелю. Присядь со мной, здесь так уютно, и слушай я тебя. Прошел весь белый свет, и я нашел себе ответ. Я отыскал ответ, что ничего прекрасней нет, тебя прекрасней нет, тебя мой свет милее нет, тебя прекрасней нет. Повсюду, а я проснулся, я живой. Свои листки свалил я в груду и подпалил свечой. Пляшите, эльфы, что есть мочи, и пойте над моим костром. Пусть этот мир такой непрочный, гусиным держится пером. Спасибо. На этом я заканчиваю. Дим, шнурок. Оп. Так, наш концерт такой вот. Очень просто концерт. Открыл Александр Чернышов. Мол, когда он с кем-то играет, это шляпа из ветра. Правильно объяснить? Даже когда я ни с кем не играю, все равно это шляпа из ветра. Вот. Шляпа из ветра. Дома сидишь и ничего не делаешь. А где зимой дожди-то, кстати, ты? Понял. А ответ был дан, поэтому все могут... Да, это... Больше времени. Шарада. Понятно.
Вот, внимательно слушайте, и уже даже услышали ответ на этот важный для нас вопрос.